Работать-то негде, разрушена система трудоустройства. Салют, друзья. Продолжаем наблюдать за новостями в России, в мире. Анализируем, переживаем, радуемся и так далее, и так далее. Сегодня 16 марта у нас. Ну, какие тенденции у нас происходят? А что происходит в нашей стране? Ну вот последние дни такая тенденция, я только по слухам рассказываю, ребята, молодежь, кто-то где-то что-то рассказывает, что много молодежи подкованной в программном обеспечении, программисты молодые, люди, которые работают вот в этих электронных технологиях, они, ребята, рванули из России. Куда они рванули, не знаю, кто-то уезжает в Турцию. Ну, там и блогеры, и все, и кто-то еще куда-то уезжает. То есть нарушилась вот эта у них комфортная жизнь у молодых людей, специалистов, у программистов. Говорят, что в Москве очень много фирм закрывается, где работали молодые ребята, талантливые, над созданием какого-то программного обеспечения и так далее, и так далее. В общем, ребята уезжают. Сколько их уезжает? 20 человек, 50, 100. Ну, не знаю я. Этими цифрами я не располагаю. Но тенденция такая есть. И даже об этом тоже говорил Соловьев в своей программе, что якобы Европа и Штаты будут переманивать к себе молодых специалистов. Но создавайте здесь условия, чтобы не было такого, что ребята, молодые спецы, они все бежали отсюда. Ну что греха таить, у нас вот эти чиновники сидят в муниципалитетах. По 20-25 лет в одном кабинете сидят одни и те же чиновники, которые ничего не делают, которые вообще ничего не понимают ни в программном обеспечении и так далее. Но смотрите, я талантливый человек, я считаю себя талантливым человеком в искусстве, в творчестве, в общении, в коммуникациях. И на протяжении всех 15 лет, которые я проживаю в Дмитрове, мне всегда отказывали в трудоустройстве. Вот именно вот такие вот чиновники, чиновницы, которые просто смеялись надо мной. Несмотря на то, что я ветеран боевых действий, никакого уважения абсолютно, никакого. Все, любое место трудоустройства престижное, более-менее чуть-чуть престижное, получишь ты его только, если у тебя кто-то есть знакомый, и будет звонок, и тебе тогда дадут место в каком-то штате или дворца культуры, дома культуры. Ну, я хотел развивать кино в районе, в Дмитровском, в городском округе. Бесполезно, никому ничего не нужно. А молодежь наша, она вот эти вещи, она чувствует наиболее остро, когда перед ними стоит тупик, стена. То есть ты, молодой парень, в основном ребята, мужчины, наш генофонд, и ты понимаешь, что тебе просто крутят мозги здесь, не помогают в престижном трудоустройстве. Видимо, технопарков нету, которые разрабатывают действительно какие-то серьезные программы компьютерные для обеспечения качественной жизни России. И молодые специалисты, они ищут там, где их талант пригодится. Это естественный процесс. Люди начинают дергаться, люди начинают искать, что, где и где они могут реализовать свои силы, где они могут получить достойную оплату своего труда и где они смогут создать достойную семью и так далее, и так далее. Конечно, они не понимают, какие там подводные камни могут быть в Европе. Эти арабы, негры, значит, с которыми придется уживаться вот с этими, с
совершенно другими этническими группами. Безусловно, Европа примет только самых-самых талантливых людей. Остальные будут убирать номера, работать официантами и так далее. То есть устроиться благополучно, процентов 5-10, безусловно. Все остальные рано или поздно будут вынуждены вернуться домой. Но вот я много-много лет говорю, что если в России образовалась молодая семья, у которых рождается первый ребенок, выдавайте квартиры, начинайте, выдавайте людям квартиры. Задерживайте здесь молодые семьи. Осторожнее. Везде ключи торчат, мусор. Годами никто ничего не убирает. Вот идем по порту, который разрушили. Грузовой, сказали, через 3 года будет пассажирский, красивое место будет для отдыха. Никто ничего не делает, никто. Ну и возвращаясь к себе, то есть 15 лет ветеран боевых действий, без работы, без официальной практически. Никому до этого нет дела, абсолютно никому. Я не один такой. То есть люди на свободных хлебах, ну это как бурлаки на Волге, вот эта картина, да, вы все помните вот эту картину нашу русскую, художника забыл, Саврасов, кажется, «Бурлаки на Волге». О чем она говорит? Вот эти бедные люди, которые подряжались за несколько там копеек медью, вот они перетаскивали вот эти баржи. То есть это самозанятые паденщики, которые жили от рассвета до заката. То есть все, вот он заработает 5-10 копеек медью в день, перетащит баржу там на 30 километров, на 20, все. Дальше передают они другой бригаде. Мы сейчас в яму зайдем с вами, тут яма кругом. Надо как-то это обойти, это место, прям куда-то. Вот такая штука, и ничего не меняется, ничего. Я же рассказываю, сейчас вот придет любой человек, да, в социальную службу, в Министерство социальной защиты, в службу трудоустройства, попросит помочь с трудоустройством все. А сидят тетеньки вот с такими задами и улыбаются, которые сами ничего не умеют уже. И которым наплевать на молодого специалиста, уедет он из России, будет ли он приносить пользу этой стране нашей или не будет. Им вообще плевать. Они мне так и говорили. Я говорю, вот сейчас к вам придет парень из Средней Азии, да, приезжий, ну, парнишка, гастарбайтер, тоже попросит работу. И я попросил работу. Коренной россиянин, ветеран боевых действий. Они говорят, мы вам предложим один и тот же список для трудоустройства. Дворник, охранник и другая лабуда какой-то. Рабочий на упаковку там или на склад, все. Предприятия закрыты, где нужны токаря, фрезеровщики, еще что-то. Таких вакансий очень мало. Это надо ехать в Москву. Здесь на местах таких вакансий практически не существует. Одни работники складов. И вот на этих складах, на больших логистических, работает очень много, опять же, ребят, которые приехали из Средней Азии. И вот этих ребят, их очень серьезно подставляют на этих складах. То есть вот с этого склада можно легко угодить в тюрьму. Вот когда я был административно посажен в спецприемник на 5 суток, значит, я вот со мной в камере такой парень там сидел, который работал просто кладовщиком вот на таком логистическом складе на огромном. А парень вроде бы из Ташкента или из Душанбе приехал. Нормальный парнишка, абсолютно, абсолютно классный парень, скромный. И вот ему подсунули под матрас и под кровать коробку каких-то сигарет, Marlboro, еще какой-то. И обвинили то, что он какую-то огромную партию украл. 300 тысяч на него повесили. Чистейшая подстава. Полиция то же самое, все это написала, акты, то, что его обвиняют. Сейчас его отец там или брат старший приехали, все вместе пытаются его выкупить, пытаются эти деньги отдать этим бандитам, которые же, кто на него написал, они сами же эти украли. То есть по сути своей работать-то негде, разрушена система трудоустройства. Очень серьезная вещь, разрушена. Что дальше будем делать, я не знаю. Вот эта болтовня, вот эта ежегодная была, что технопарки будут создаваться, 5-е, 10-е, там, коворкинг-центры какие-то, коворкинг-центры.
Нету ничего. У нас молодежь сидела только в KFC и в Макдональдсе. Обсуждала свои насущные проблемы. Сейчас все закрыто. Тишина вообще. Вот эти, те, кто там работал, тоже непонятно, где они будут сейчас работать. И вот эти нетворкинги всякие в торгово-промышленных палатах, там нет никого, никто там ничего не обсуждает. Никакой бизнес там не рождается. И вот недавно со мной было, значит, договорился с одним бэзиком собрать ему фильм, смонтировать. Все сделал идеально, все. И то человек заплатил только аванс и дальше платить не хочет. Любыми путями. Все друг друга пытаются обмануть. Вот такие дела у нас, друзья. А давайте будем выходить из зоны обмана. Вот на правительственном уровне действительно нужно что-то делать по удержанию молодых специалистов в России. Вообще всех молодых людей, всех. Это наше будущее. Обнимаю, ребята, всем здоровья. Увидимся.